И всем доброе, замечательное солнечное утро. Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, который находится под этим видео, либо под любым видео на канале, чтобы следить за обновлениями. Сейчас надуваю свою лодочку, и сегодня я собираюсь ловить ребят на спиннинг. Рыбачить сегодня я собираюсь на своей одноместной лодке Time Kill, которая сделана из ПВХ. У меня одно весло, у меня есть вот такая вот сидушечка, которую мне осталось надуть. Лодка уже полностью собрана. Собрать ее вообще, надуть можно очень быстро, буквально за 5 минут. А мне лодка одноместная нравится больше, чем двухместная, потому что я могу в ней вытянуться, у меня удобное мягкое сиденье, я могу вытянуть ноги, я могу в ней шевелиться. Если по движению в ПВХ лодки, которая обычно резиновая, вдвоем, я все время ограничена, то здесь я полностью руковожу всей движухой. И мне это нереально нравится. А я говорила вам, что занималась греблей на байдарках? Занималась, да, в детстве. Могла бы сейчас быть как шкаф. Сильный, смелый и умелый. Узелок смочили, затянули. Отлично. Так, что у меня сегодня по приманкам? Вообще приманок у меня очень много, у меня есть резина, у меня есть воблера, но сегодня я хочу половить на свои любимые колебалки Максима Копца, вот такие вот крупные. Ну и если совсем не будет идти рыба на колебло, я буду пробовать ловить на вертушке, поэтому вот мой арсенал, скорее всего буду использовать вот все вот эту вот красоту. Многие подписчики у меня спрашивают за мои татуировки. Да, действительно, у меня в этом году появилась еще одна новая татуировка. Те, про которые вы говорите, это у меня уже старые, прошлогодние татуировки. Здесь у меня лес, здесь у меня ведьма. И в этом году я себе набила еще вот такую вот классную татуировку.
если у нас с вами не клюет на блесну, давайте попробуем поставить что-нибудь из резины. Так, такую вот поставим резинку «Русская фишка». И попробуем пооблавливать камышовую линию. Проводку будем использовать две подмотки, пауза. Начала я с больших приманок, сейчас собираюсь продолжать приманками меньшего размера. Почему? Потому что пока ничего не берет. Вот, если сейчас вот здесь вот опять я свою местность обкидаю, ничего не возьмет, я поплыву дальше. Как переходить к типа тяжелой артиллерии, артиллерии. Так, ребятки, рыба. Рыба, соответствующая размеру моей приманки. Ребятки, маленькая щучка, смотрите. Сегодня вообще ничего не клевала, и я приняла решение поставить 0,18 поводок, маленькую вертушечку, вот такую вот. И у меня взяла вот такая вот щучка маленькая. Боже мой, посмотрите, какой ножик. Такой маленький ножик, пойдемте его отпустим. Туда. Вжух. И отпустили. Ну маленькая, но зато маленькая. Смотрите, какой окунь! Обалдеть, ребята! Я не ожидала, я думала, что побольше щучка, а это оказался окунь. Окунятка! Ух, какой красавец, смотрите. Крупненький окунёчек. А? Смотрите,
О, какой красавец. Ну, хоть что-то. Называется, поставила тонкий поводок. Сразу начала ловить мелочь. Кто умеет ловить мелочь? Я умею ловить мелочи на спиннинг. Слишком жарко для того, чтобы клевал хищник. Вот такая вот рыбалка у меня тяжелая сегодня, невероятно трудовая получилась. Кому нравятся такие видосики, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем не останешься, я поехала домой. Пока, увидимся где-нибудь в более клевом месте.